Приветствую всех, друзья. Вот, пришел на рыбалку. Вот тут река Канда протекает. Откуда он вытекает? Здесь речка Колос. Вот тут мужики рыбачат здесь. В основном, походу, на косынке. Я посижу на удочку. Есть паук, подъемник. Может, на подъемник буду пробовать. Посмотрим сейчас. На улице у нас сегодня минус 26. 30 декабря сегодня. Всех с наступающим Новым годом. Вот, сейчас посидим, порыбачим, отдохнем. Палатка есть. Маленькая зимняя. Сейчас найдем место, будем сидеть и рыбачить. Ну все, погнали. Все, ребята, лунки пробурил, палатку выставил, откормил лунки, вот, закинул две удочки. Еще вот газовый обогреватель. Палатки у нас плюс 21 пока показывает. Тепло. Вон, без шапки сижу. Вон и поклёв уже. Эту клюет. Опа. Вот и есть первая рыбка, друзья. Ловлю я живца на щуку. Планируем с другом Сергеем поехать на Щучье озеро. С ночевой на 3 дня планируем. Во, вот это отменные щуки. Щука будет. Живец хороший. Первая рыбка есть. Поклевки есть. Ну, давай, будем ловить. О, другая удочка клюет. Есть контакт. Рыбка пошла. В общем, подряд идет. Только подкормил еще. Поклевка, друзья. Опа, по зубам дал. Все такое, все по зубам. Где-то тут клюет. И это клюет, и там клюет. Оп. Что ж такое-то? Это вообще он забагрил. О, какая сорожка вон. Красотка. О, и это клюет нафиг. Опс. Стоять, еще один. Попался, барюга. Это уж большая сорожка. На большой. Есть. Рыбка. Сейчас надергаем потихоньку. День, палатки плюс 30. Вот там. На улице рыбаки вон ловят. Рыбачат. На улице холодно, на улице в тепле посмотрим. Поклевка, друзья. Теребит кто-то.
гад. Ух ты. Вот это хороший жрец на большую щуку. Ух, какой сильный. Проверим паук. Здесь. Хороший лох. Поклевка, друзья. Опа. Второй подъем. Не повылазит. Ни хрен. О! Офигеть. Еще теперь. Как браконьеры, господа. Я подожди, давай вот так. Вот это да. Вот это ясь, друзья. Нифига себе, такого не было. Все, отрыбачился, пришел домой, даже аккумулятор сел было на холоде. Вот такой лох у меня зитня. Ези такие, короче, полный, вот короче, полный кан, битком рыбы. Потом, ну вот, шевцов, тут штук 100, тут 70 считал, тут 30 штук. Около 200 штук наловил сегодня. Еще один кан Серега набрал себе. Еще пол ведра рыбы отдал. Которая так не на живца, а на жареху подходит. Ну все, сегодня 30 декабря, завтра 31, Новый год. Всех с Новым годом. Всем пока, до новых встреч.